Прошел уже 91 год со дня смерти нашего великого земляка, основоположника чувашской поэзии Михаила Сеспеля. А его доброе имя и память о нем объединяют людей разных национальностей. В День независимости Украины делегация из Чувашской республики приняла участие в открытии стелы Михаилу Сеспелю в городе Остер Козелецкого района Черниговской области. Открытие памятника Сеспелю – заслуга Надежды Лисовой, председателя Совета Всеукраинского Чувашского общества. Она не только собрала финансовые средства для открытия стелы, но и организовала людей, которые присматривают и ухаживают за памятником. Стела из гранита расположена рядом с деревянным столбом, установленным ранее на месте кончины поэта. С чувашским народом нас связывают долгие традиции. Мы чтим выдающегося человека, сына чувашского народа Мишу Сеспеля. Это и есть поколение нашего народа. Я хотел бы сердечно поблагодарить всех представителей чувашского народа, что сегодня 22-ю годовщину нашей Дня независимости, день рождения нашей страны, мы снова вместе. Пройдет много-много лет. Но те традиции, которые заложили наши предки, обязательно найду свое место в нынешних и будущих поколениях. Дай вам Бог здоровья, счастья, процветания. Дружба между нашими народами была, есть и будет. И наша задача развивать эту дружбу и передавать ее будущим поколениям, потому что Сеспель является скрепляющим звеном между нашими народами. Потому что наш народ уважает вашего поэта Михаила Сеспеля. В тяжелейшее время для Михаила Сеспеля город Остер приютил поэта. Сегодня его жители с большим уважением и любовью вспоминают основоположника чувашской поэзии. Когда приехал Сеспель сюда, у самой Евдокии Пенской много было в семье людей. И она взяла его к себе на квартиру. Теперь в Остре появилось еще одно памятное место, которым будут гордиться, показывать гостям и туристам. Сегодня открыл. 1, 2, 3. Сейчас пока не надо играть. Сейчас минуту. А кто он еще такой? Еще. 1, 2. Это деятель на страх. Процветание вам, чуваши и чувашскому народу, чтобы все планы, которые чувашская республика задумала, должны сбыться. Мы вам, честно говоря, очень завидуем, потому что масштабы строительства, масштабы реконструкции дорог в Чувашской республике. Видно, что чуваши живет, развивается. И пусть она движется, является лидером среди республик России. А мы будем равняться и стремиться так жить, как чувашский народ. Наши делегаты, среди которых Михаил Краснов, Анатолий Кибеч, Лидия Филиппова, были восхищены таким теплым приемом на Украине. Их поразило и то, насколько трепетно и с восхищением жители относятся к творчеству Михаила Сеспеля. Не хуже я Хастарда, хитудом до пола, чаршиван хастар ачисен, вот кайклан вечер, ан-юлер, ан-юлер, куньчук утинчей. Татьяна Трофимова, Зоя Яковлева, Республика.